Всем доброе утро, ребят. Короче, вчера вечером даже поржал с видоса, часть посмотрел, но я не смотрел 48 минут. У князя обязательно зайдите, и я попозже скину и в телегу скрины того, что вот реально видос ни о чем, просто поржом с того, как человек просто впрягается непонятно за кого и непонятно за что, и просто балаболит и не отвечает за свои слова. По поводу гильдии, по поводу всего, я думал, что все-таки это будет Рылев первым, и вообще думал, что будет Рылев, но это, наверное, даже лучше, потому что к Рылеву теперь хоть какое-то уважение, он прекрасно разобрался и понял, и посмотрел это все, и знает ситуацию. Ну, короче, ждите видоса, я сделаю. Там многие пишут, вот пруфы, какие пруфы, у меня эти все скрины есть, я об этом все говорил и мог это все предоставить, там инфы ноль. Я вам просто покажу, расскажу нюансы, где он просто прокололся на своих же скринах и просто вводит в заблуждение. Ну и также зайдите в телегу, гляньте предварительно скрины, я вам расскажу, о чем они, потом попозже в видосе и посмотрим, кто балабол и кто тут накидывает клевету. В общем, окей, поехали. У нас сегодня должны акции появиться и на русском сервере. Сейчас я гляну Тайваньку. Что интересного есть? Так, ну это я вчера показывал, эти награды за вход. Будет простой обычный видос, где просто будет еще раз доказано, что у кого-то подгорает. Такс. Что там у нас сегодня есть? На Тайване ничего не запустили. По акциям ничего нового нету. Поехали на английский. Так, что интересного, Англия, Frenzy Паки уже по 1000 продают, нифига себе, 50 тысяч самов, неплохой пак, Frenzy Bears. Так, новые пакеты накопления за ежедневный донатик, неплохо. Так, хрусталка, пират. Пират этот был. Карточка. И островок. Неплохо. Так, вот им гифт. Суперсила. Вот, кстати, неплохой пак. За донат 90 бонус. Шоппинг спри. Так, хаммер. Ну, в принципе, первый день, как видите, не очень. Я уже показывал, то есть плюхи, к сожалению, порезали. Карточки дают. Так, лапив смеш. Ну, в принципе, ничего такого здесь. А, есть Бугрома. Он уже был такой. В общем, улыбаюсь, просто улыбаюсь. Ждите видоса, адекватного, нормального видоса. О, как же все-таки зависть портит людей. Странно, хотя странно, очень странно, что Рылев не написал. Может, напишет еще, я очень жду еще там посмотреть. Может, хоть будет еще над чем поржать. Так, что у нас тут? Супер наборы. Ценный набор. Ворожай я этот по нормальной цене. Так, день замка владельца. Поехали посмотрим.
Что у нас ожидает? Ну, как видите, 1 плюс 1, карта богатства ежедневной 11-13 завтра дадут 3 рунки 10-го таланта, в принципе, неплохо. Вот эти вот темы на супер питомцев для бездона тоже нормально, но 10 карт, ну, честно говоря, такое себе. Героя, как обычно, уже нам не дают. Так, найм редких героев. Сейчас посмотрим. Жара в Castle Clash. Это донатная акция, счастливая, императорская. Ну, больше ничего такого интересного нет. Так, тоже карта богатства. Такая же, как и на Тайване, то есть здесь ничего интересного по сути нет. Раньше были карты хоть с эмблемами, это было намного лучше. Такс. Ну, скины. Я, по-моему, давали на это, на ПБшку. И на Рину скин. Скин. Так, окей. Поехали немочку посмотрим. Там вчера должны были тоже акции поменяться. Еще сейчас гляну. Что на АС-сервере? Так, немецкий сервер. О, ничего себе. А, это магазин такой сделали. Прикольненько. Прикольная тема. Для кружки. Чикабум. Чузми. Блин, прикольная тема, кстати. Вот ты Кавка видел, а вот это вот для кружек, конечно, классная тема. Так, окей, 1+1. Так, больше ничего интересного нет. Сейчас посмотрим по рынку. Ну, рынок вчера в 11 менялся, здесь 1+1. Да, пока ничего интересного нет. Так, окей, поехали, посмотрим. У нас интересного есть еще на айс сервере. О, тут что-то дофига всего. Так, день замка владельца. Ну, здесь то же самое, Clashers Day. Вот такие вот плюхи. Я вам скажу, довольно таки неплохо относительно всего остального, но можно было запихнуть что-то более интересное, какие-то эмблемы, бонусные предметы, войди в игру, рулетка удачи. Так, что по событиям? Разбиватель яиц, зайдем глянем. Такое себе. Так, вот добыча пирата здесь тоже довольно-таки неплохая, но ее тоже не поменяли, к сожалению. Дальше. Карта богатства. Такая же. И парящий. Опять книги. Так, что у нас по базару? Ежедневный бонус. Плюшки, плюшки, плюшки. Ну, в общем, такое. Короче, ребята, ждите видосика, ставьте лайки. И просто, это просто трэш, я просто угораю, особенно с группы Castle Clash, которая тоже повелась на эту хрень. В общем, поговорим об этом потом, поржем. И пишите дальше комменты, пиарьте канал обязательно. Подписчики князя, которые просто бомбят это, просто я от этого просто угораю. Все, всем удачи, всем пока.